Заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Эдуард Александров на открытии отметил, что в республике мало развита перерабатывающая промышленность. Для поддержки этого направления отрасль в прошлом году субсидировалась государством. То, что касается вот по субсидиям, значит, и на реализованное молоко, вот здесь опять-таки надо возвратиться и отдать должное, что все-таки молоко сегодня, если идет первого и высшего сорта, то есть цена, скажем, она в 3 раза выше сорт, чем первый сорт. Но это опять-таки все-таки зависит от качества, от, значит, очистки, охлаждения и так далее. Это все, можно сказать, связано с переработкой. Правильный подход по складированию и хранению товара – половина успеха. Чтобы продукт на прилавок доходил в свежем состоянии, тоже требуются определенные решения. Московская группа компаний «Олекс Холдинг» на рынке второй десяток лет. Занимается проектированием, строительством и оснащением предприятий коммерческого и промышленного назначения. На территории Чувашии компания вступает впервые. Но основная наша цель – это, в принципе, помочь нашим партнерам повысить эффективность их бизнеса. Да, каким образом мы это делаем? Мы стараемся предложить те технические решения, которые позволили бы нашим партнерам снизить энергопотребление тех систем, которые они используют в своей практике. В частности, основное направление, которое мы вырабатываем в виде энергоэффективности – это промышленный холод. Уже в ближайшее время представители компании посетят крупные предприятия Чувашии. Алексей Иванов, Николай Яковлев, Республика.